Я сейчас под одеялом. Я скрылась от всей действительности и от всего окружения, потому что я хочу помечтать. Сейчас, когда у меня не заплачено за 2 месяца за интернет, есть 200 тысяч долговых обязательств. Я хочу помечтать о кольце с синим камнем. Может быть, это будет не сапфир, а может быть, это будет шпинель или красивый танзанит. И еще я мечтаю о том, что у меня белье для постели будет вышито вручную по краям какими-то цветочками, гладью.